Ежегодно 6 января в канун Рождества молодые люди собираются на колядки. По традиции колядовать ходят неженатые парни. Уже более 30 лет разное поколение актеров театра «Смешан Петек» поддерживает обычаи бессарабских болгар. Подготовка важна не меньше, чем сам обряд. Костюм, по словам директора театра, имеет такое же значение, как и сами песни. В свое время хорт нашти провели големи такие цветя. И у тона время старались да се облечат в еднакови, тогава нямало, да кажем, по-такиви, с еднакови и черни, такиви, като сега му викаме куртки, такиви, такова, черни. И отдолу обязательно то беше и лечето, и гато влеят да пият в къщи влява, той се открива да се види, че и лечето е красиво, хубаво. В этот вечер калядари, как их называют местные жители, ходят от дома к дому для того, чтобы известить людей о рождении Христа. Рождество – один из главных религиозных праздников. В каждом доме калядующие – желанные гости. Ведь с собой они приносят пожелания урожая, мира и благополучия в семье. Рядом бяло, рядом черно, млади наш божнили господине. Средло зето жилка дюля, млади наш божнили господине. Геннадий Запорожан, хозяин этого дома, говорит о том, что калядующие напомнили ему о юности, когда он также со своими братьями пел рождественские песни. Я на Кольду ходил, и на Звидых ходил, и на Сурву, куда был маленький. Я помню все вот эти праздники. Так мы их ждали. Даже было в русское время, нас кто ходил на Сурву или на Звезды, вот нас вызывали после на линейку и отчитывали, как мы можем эти праздники сделать. И мы так скрытно ходили, чтобы нас не знали, что мы ходили на эти праздники. Но спасибо, пришло время, и вот они сейчас как бы восстановлены, и все празднуют их и чествуют. Калядовать начинают с вечера до поздней ночи. Послушать калядки выходит вся семья, приобщая к традициям подрастающее поколение. Встречают желанных гостей угощением и обязательно стаканом домашнего вина. Не искаме да испите у нас ту роем ту вину, кто живе хареса, ту година пак да дойте. Пожалуйста, примите нас. Все реже в сочельник в Тараклей слышны рождественские калядки, но их по-прежнему ждут, особенно старшее поколение. Кто бяхме младе, имахме баба, майка, точит кровать, что прат кровай. И такого, сетника, чакаме звездари, под развездарите вече дойдут кульдари, ние сме муми, наш любовник, мой любовник, тоже дой у нас да пяй. Нейня жи у тях да пяй. Дойдут устат кровай. Ни драго, пят, слушам и сидим. Вот служите учит крова, всичкото. И на другия ден двадат пак. Сега чакате ли кульдари? Ами май, то ще няма кульдари. Даже и звездари уже няма. Вече колко? Не знам, у нас въобще не довадат. Не знам, ни полени не живеем, до ни години довадат. Пък са не е. Люди верят, что пожелания калядующих обязательно принесут удачу в новом году. Времена меняются, традиции остаются. Рождество сегодня, как и много лет назад, важный праздник для многих поколений.